Потерпели пассажиры и пешеходы. Три дорожно-транспортных здарений с их уделом за минулые выходные отбылись в Брестской области. Летел, як на тушение пожару. Трагичная авария, коли за рулем был молодый человек без права керования и в нетвярозом стане, отбылась в Лунинецком районе. Житель города Микошевич Лунинецкого района, управляя автомобилем марки Peugeot 407, при движении на 333 километре автодороги, при подъеме на путепровод через реку Лань, неправильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил попутное столкновение с автомобилем марки Peugeot 607 под управлением 37-летнего жителя города Мозыря. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Peugeot 407, 63-летняя жительница города Микошевич, от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами. На момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе водителя 1,5 промилля алкоголя. Также недалеко от места дорожно-транспортного происшествия установлен мобильный датчик контроля скорости, который зафиксировал скорость движения автомобиля 199 км в час. Найбольшая колькасць злачынства за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 10, усяго 22. І зноў у полі зроку праваахоўнікаў трапілі наркакур'еры ў Баранавічах і ў Брэсце. В Барановичах около 2 часов ночи сотрудниками милиции был задержан местный житель, нигде не работающий. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. При осмотре у него было обнаружено 23 грамма высушенной марихуаны. В Брэсце был задержан 17-летний местный житель, у которого также были обнаружены наркотики. Уже только с початку года правоохранниками из незаконного оборота конфисковано больше за 5 килограммов высушенной марихуаны. Узбужена 41 криминальная справа. 6 пожаров зарегистрировали супрацовники МНС. У огни загинул человек. Сгорели 3 побудовы, огнем пошкоджены 2 автомобиля. В городе Пинске пожар произошел в 4-квартирном деревянном жилом доме на улице Урицкого. Звеном газодымозащитной службы в ходе тушения горевшей квартиры на полу под обрушившейся мебелью обнаружено тело хозяина квартиры, мужчины 1956 года рождения. В течение воскресенья на территории Брестской области произошло 2 пожара на автотранспорте. В городе Бресте на улице Фрунзе загорелся автомобиль «Фиат» 2001 года выпуска. В городе Ивасевиче на улице Депутатской в результате пожара огнем уничтожен автомобиль «Ниссан» 1996 года выпуска.